Доброе утро, дорогие друзья! Хотелось бы показать вам, как я собираю посылки, как я пакую мед в экологичный материал, который обеспечивает его очень надежную доставку. Я, конечно, не могу отказаться от пластиковых ведер, потому что стекло даже в такой упаковке не довезут. Но обратите внимание, сколько сэкономлено природных ресурсов, когда пакуем именно так.